Добрый день, сегодня очередная распаковка. Такие маленькие посылочки. Ну, что-то должно быть там интересное быть. Начну вот с такой вот. О! Похоже, тут чай. Сейчас мы его и завалим. А, это который расцветает. Ладно. Испытаем его. Сейчас вставим. Сейчас я распакую. Сюда вставлю этот момент. Заливаем чай кипятком. Вот. Все, чай заварился, сахар добавил, можно пить. Вкусно. Кто хочет попробовать? Я. На, подуй. А я когда он остынет? Где что? Ну как, вкусно? Вкусно, но горько. А я потом, когда он остынет, папа, ты меня оставь, хорошо? Так, дальше. Что у нас тут? Такая маленькая посылочка. А, это как всегда необходимые наколотки тормозные. Заказывал с Алиэкспресс. Ну и чай, в принципе, тоже. Там какой-то скидкой большой вручил. Пришел мне чай. Сырочка пришла. Так, дальше. Здесь что-то такое. А, это женская маска в форме льва или кого она там. Сейчас посмотрим, как ты видел. Жене заказал. Вот такая она. Увлажняющая маска. Все, пока закрою. Испытаем наши клубы. Такие вот у нас. А запах у него очень приятный. Бонаква тут написано. Запах вообще у него очень-очень такой. Ну и осталось две наклейки. Сколько я полагаю, сколько я помню. Все ссылки будут в описании. Цену я здесь вот внизу цену не буду указывать. В описании не ловите. Так, вот здесь у нас должны быть паучки. Тоже какие-то сверхдешевые, но красивые. Сейчас. Такие паучки. Два паучка. Я еще не помню, куда я буду клеить. Ну, два у меня были на них. И еще у нас клейка. Тут тоже какие-то паучки. Так, сейчас. О! Такой большой тарак, паучок. Куда-нибудь наклею, покажу. Ну все, на этом упаковка закончена. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так вот это выглядит. Очень реалистично даже. Вот. Знаете, маленькие вот здесь. И вот здесь охраняет.